Женская сборная Казахстана по хоккею на траве готовится к третьему раунду мировой лиги. Сейчас она проводит учебно-тренировочный сбор в Алматы. В турнире, который состоится в середине февраля в Нью-Дели, нашим спортсменкам будут противостоять соперницы из России, Японии, Малайзии, острова Фиджи и Индии. Все участники сыграют друг с другом по круговой системе. Две лучшие команды выйдут в третий раунд. Сейчас погодные условия не позволяют заниматься на улице. Вся тактическая и техническая подготовка проходит в манеже центрального стадиона. Несмотря на такие сложные условия, наши девушки настроены только на высокий результат. Там будет жарко, мы будем стараться, будем со всей силы играть, выигрывать. Наши уже много лет играют, наши опытные. Мы думаем, выиграем их. Насколько нам будет тяжело. Хотя национальная сборная переживает смену поколений, атмосфера в команде по душе новобранцев. Старожилы помогают своим коллегам и советам, и делам. Мы приобрели очень много игроков молодых. Они только поедут, может быть, большинство из них первый раз на соревнования такие крупные. Молодые очень нас уважают, а мы стараемся их научить тому, что умеем сами. Поэтому получается, что коллектив более-менее такой здоровый у нас сейчас, рабочий. И можно, думаю, таким... Ну, конечно, надо будет работать, но таким составом можно что-то побороться где-то, я думаю. Вместе с девушками тренируется и вице-президент Федерации хоккея на траве Берикказы Сексимбаев. Он старательно делится секретами своего успеха. А ведь за плечами новоиспеченного члена Азиатской Федерации хоккея на траве целых 6 титулов чемпиона страны. 2 года назад мы в рейтинге, в мировом рейтинге, федерация находилась на 71-м месте. На сегодняшний день мы на 31-м месте. Задача стоит такая, что если мы попадаем в двойку призеры, так сказать, в первое-второе место, то мы точно будем уже в двадцатке лучших команд мира. Вот. Ну и там уже рукой подать для того, чтобы обязательно отобраться на чемпионат мира и постараться побороться за лицензию на Олимпийские игры уже в Рио-де-Жанейро. За прошедший год казахстанская сборная сделала впечатляющий рывок. С 71-й позиции они поднялись на 31-е место общего зачета. В случае, если наши девушки покажут себя с наилучшей стороны и сумеют пробиться в третий раунд мировой лиги, Казахстан впервые в своей истории войдет в двадцатку сильнейших коллективов планеты. Сборная Казахстана по хоккею на траве готовится к своему главному старту в мировой лиге, которая пройдет в Индии. Нас ждут сильнейшие соперники. Однако мы верим в наших девушек, которые, я уверен, покажут настоящий класс.